Смотрите, вот такую рыбку я сегодня купила в Вкусвилл магазин у нас в Бежецком районе, возле Бум-Сити. И вот такие стейки, макрурус рыбка называется, тихоокеанская, да, она? Вот. В общем, должен стейк хорошенечко растаять. Вот он у нас такой ледяной пока. Вот начала эта водичка стекать, вот он тает у нас так вот. И сейчас взяли, значит, лучок, вот он, да? Потом сейчас чесночок почищу. Вот, пожалуйста, зелень петрушки, укропа. Так, морковочки. В общем, я почитала в интернете, как готовить макрурус. Вот, пожалуйста, фольгу берем. Вот такую толстенькую. И сейчас на этой фольге будем показывать, как мы готовим вот эти вот стейки. Вот эти вот. Духовочку включили. Вот, пожалуйста, у меня вот это 4, да, отметочка. Это 180 градусов духовочки. Вот он, там огонечек горит. Вот он, огонечек горит. Вот он, там огонечек. Если он там горит, не погас.